Мы рады видеть вас в особенную, такую дождливую, осеннюю, холодную погоду. Но глядя на ваши лица и на ваши улыбки, становится в душе веселее и теплее. Сегодня для вас мы пригласили удивительного, уникального артиста. Для вас сегодня прозвучит концерт «Звуки мира». Это необычный концерт. Это концерт, в котором мы погрузимся в традиционную русскую народную музыкальную культуру, а также прозвучат произведения современных исполнителей. А быть может, даже кто-то, да-да, может быть, кто-то именно из вас станет частью нашего мероприятия. Приготовьте свои ладони для громких рукоплесканий. В эту торжественную минуту мы приглашаем на сцену мастера по изготовлению фольклорных музыкальных инструментов, лауреата всероссийских и международных конкурсов, музыканта-мультиинструменталиста, основателя музыкальной мастерской «Звуки мира», обладателя медалей «За веру и добро» Надежда Кузбасса, участник телешоу программы «Поле чудес». Для вас сегодня выступит Александра Шерина. Мы с большим удовольствием приглашаем вас к нашему микрофону. Спасибо огромное, вас так много. Наверное, такой большой аудитории еще не собирали. Спасибо огромное, что вы сегодня подарите мне это время, этот час из вашей жизни. И сразу хотела сказать огромное спасибо Галине Николаевне и всем организаторам, которые причастны к этому дню. Спасибо, что вы сотворили такой день для меня, потому что это огромный опыт и возможность, и честь сейчас стоять на этой сцене и выступать для вас. Я очень долго думала, какое произведение поставить, сыграть в начале. Вот как-то вся программа выстроилась, а это вот современное куда-то оно никуда не влезало. И я решила рискнуть и сыграть его в самом начале. Секунду. Спасибо большое, ну а теперь о серьезном.
Концерт нас называется «Звуки мира». Это о том, что в мире есть очень много разных, очень редких музыкальных инструментов, о которых, к сожалению, мы не знаем и очень редко слышим, но они есть. Вот. И сегодня о только маленькой части этих инструментов я хочу поговорить. То есть познакомлю вас не только с русскими традиционными, но и с инструментами других национальностей. И сыграю, как вы уже поняли, не только русскую традиционную музыку, но и современную других национальностей. Но для начала давайте разберемся в этом многообразии инструментов. Понемножку я буду говорить и рассказывать о них. На чем я сейчас играла? Флейта или, да, в традиции называется свирель. У нас есть трубочка, отверстие и свисток. А как вы думаете, если нет на трубочке отверстий, на таком инструменте я смогу сыграть или нет? Не смогу? Давайте проверим. Смотрите, в русской традиции, сейчас мы здесь, в России, да, вот этот инструмент называется калюка. Он сделан из дудника. Вот этот свисточек можно сделать за 2 секунды. Ну, если знать, да, как. И обратите внимание, здесь нет пробки, да. Извлечение будет очень хитрое. Надо особым образом поместить там язычок, чтобы полился звук. А эта калюка, ну, скажем, уже посовременнее. Да, здесь есть пробка, и нам достаточно подуть в свисточек, и польется звук. Она может быть длинная низким звуком и короткая с высоким. Для чего нужен был этот музыкальный инструмент? Хочу заострить эту мысль, что многие музыкальные инструменты изначально не были для выступлений, да, не были для как музыкальные инструменты, они были как орудие труда, как сигнальные. И вот этот инструмент использовался пастухами, когда они уходили в ночное пасти лошадей. И чтобы не уснуть, да, они там 3-4 человека сидят, играют на этих калюках, да, чтобы просто не уснуть. А лошади, слыша этот звук, понимают, что все хорошо, хозяин на месте, все спокойно. Ладно, я вас заговорила, а теперь давайте послушаем, как она звучит. Как назывался инструмент? Калюка. Молодцы, просто отличники. Так, а теперь у меня в руках вот такие трубочки. Один край закрыт, другой открыт.
Этот инструмент называется кугиклы. Так в традиции в Курской области назывался тростник. Называется куга. Поэтому из этой травы, из этого тростника делали вот такой инструмент, да, такие трубочки. Когда мы делаем разной длины, как вы думаете, что это нам дает? Разные звуки, да, низкие и высокие. Вот сейчас я сыграю, как звучит тростник. Звук. А сейчас я сыграю на кувиклах, которые мы сегодня делаем. К сожалению, тростник у нас не вызревает, не вырастает, и мы в нашей мастерской делаем их из бамбука. И как вы заметили, трубочки были не связаны. Вот так они в традиции, да, в ручку вкладывались, так и играли. От 3 до 5 трубочек могли на 2 играть. А сегодня мы их связываем, просто чтобы было удобнее выступать деткам на сцене, чтобы это не рассыпалось. И скорее, какой инструмент вам напоминает это? Может, это? Флейту пана, совершенно верно. Или панфлейта, да? Сыграем. Интересно, правда? А что это было сейчас? Этот прием называется фивканье, фивкать. Я и дула в трубочку, и еще голосом подпевала этой трубочке октавой выше. Все тут музыканты понимают, да? Фивканье. Так, а этот инструмент как называется, кто знает? Жалейка, совершенно, совершенно верно. Очень звучный, это очень яркий музыкальный инструмент. На нем впору играть в поле, в лесу, у реки. Для чего он и служил? Вот это еще орудие труда для пастуха. Он просыпался утром, играл. Хозяйки понимали, что пора просыпаться, да, выгонять коров. А для чего во время работы, да, зачем он был нужен пастуху? Ну, во-первых, целый день телефона у него не было, да, скучно сидеть. Вот он и наигрывал себе мелодии, да, которые знал. Но пастух, который играл на жалейке, ему за работу больше платили. А коровы, которые паслись под жалейку, больше давали молока. И еще, если корова потерялась, то он мог поиграть, да, и она к нему на звук выйдет. То есть она очень помощница, да, в его труде, в его деле была. Играем? Как могло начинаться утро в деревне? Как могли радоваться, играть, водить хороводы.
Итак, какие инструменты вам запомнились, какие больше понравились? Давай. Желейка. Калюка, здорово. Еще какие были? Говори, ну скорее. Желейка. Кто какие еще помнит? Ну-ка, диковинные названия, давай. Из тростника, кто помнит, как называется? Кугиклы, молодцы. Еще что-то мы говорили. Угу. Это, да, кугиклы, кувиклы, это все одно и то же, давай. Хорошо. А в самом начале какой инструмент был? Да, или свирель, да? Следующее произведение я сыграю для вас на двух свирелях сразу. Верите? Это называется «Парная свирель». И прозвучит произведение «Казачья лезгинка, ой, Дуся, ой, Маруся». Звучит армянская народная мелодия «Слезы Армении». Лодочник, почему ты выходишь в море? В море сегодня бурное, страшное. Отец твой погиб в море, дед твой погиб в море, и тебя оно не пожалеет. Море, моя колыбель, я его не боюсь. Отец мой уснул в этой колыбели, дед мой уснул в этой колыбели, и мне, возможно, когда-то придется уснуть в ней. Thank you.
Сейчас дальше будет очень для меня считается до сих пор сложным произведение. Так, грузинская народная музыка — это катия. И будет необычное сопровождение под барабаны. Будет? Богдан, где звук? Ну, можем без него, хорошо. Дальше хочу маленькую историю рассказать. У меня есть дочка Мария, и в прошлом году я каждый месяц давала концерт один раз в месяц в Федоровской библиотеке. И вот, чтобы ее с мужем не оставлять, чтобы муж работал в мастерской, я ее брала с собой. И она вот как-то произвольно сама брала свои... Я собираю свои инструменты на концерт, и она свои. И выходила ко мне на номер с каким-то инструментом своим ударным и играла. Вот сегодня она тоже... Надеюсь, очень хочет. Очень просилась. Маша, пойдешь? Будешь играть? Я сыграю для вас на гуслях частушечный наигрыш. А ты, вот я тебе да, положила, любой можешь инструмент взять. Thank you.
можете найти их. Сейчас подскажу. Так. Вы на какой-то другой пойти? Сейчас, секунду, что-то у них поломалось. Нет, черная. Черная. А, концерт. Звуки мира. Аудио, наверное, называется. Концерт. Подойти. Так, ну ладно, ничего, бывает. Вот с такими музыкальными инструментами мы с вами познакомились. И сегодня я хотела вам показать еще индийские. Вот как-то так случилось, что они у меня есть. А мастер из Америки приезжала к нам в Кемерово и вот привозила вот такие два инструмента. Это называется носовая флейта. Я буду не ртом подавать воздух, а носом. А это называется пимак, флейта любви. Все индийский. О, это у вас видео пошло? Ну давайте. Интересный звук, такой нежный, приятный. Да, вы просто такие поутихли, нравится, не нравится. Так, кто-то уже просматривает. Дальше хочу сыграть для вас на современном музыкальном инструменте. Это 2005-2007 года начали их делать. Называется глюкофон. Наверное, кто-то знаком. Глюкофон. Сейчас я покажу вам. Сначала расскажу. Их начали делать из днищ газовых баллонов. Да? Две части соединяли, вырезали язычок. И поняли, что он может звучать. Как бы пришел он как хэппи драм, барабан счастья, хэппи, да? А к нам в Россию пришел как глюкофон, от немецкого глюк, счастье, да, фон, звук, звук счастья, счастливый звук. В общем, сейчас поиграю. Thank you.
Спасибо огромное. Зря встала, хотела мысль сказать. Вот такие инструменты, как пимак или на калюке, да, мы играли, или вот глюкофон, тут можно играть бесконечно, что куда ни нажимаешь, все красиво звучит. Давайте проверим. У вас вообще ассоциируется Россия? Балалайка. Так, балалайка. Гармонь. Гусли тоже, правильно? Да. Я хотела бы немножко поиграть на гармонии, а мне вообще больше нужна ваша помощь и поддержка. Раз, два, три, четыре, пять. Пять человечков. Раз, два, три, четыре. Что-то я неправильно считаю, да? Выходи. Раз, два, там, три, четыре, пять. Хорошо. Так, уже все поменялось, да? Маша, Лиза, тоже, пожалуйста, выходим. Сейчас мы посмотрим, кто еще хотел. Может, всем хватит инструментов. Так. Называется барабанка, тоже пастух с ней пас. И так далее. Это рубеж. Называется бич-хлопушка. Бич. Да, непонятно. Наша задача. Играем по одному со мной вместе. По одному. Квадратик, хорошо? А потом в конце все вместе. Вот такой маленький простой оркестр у нас получится. Машенька, вставай.
Все, спасибо огромное. Вот такой у нас небольшой оркестр организовался. А, что у нас, минусы будут работать? Будем продолжать. А, сейчас из современного. Этот фильм я не смотрела, но когда начала изучать эту песню, поняла, что ее поет все. Такая она, как это сказать-то, прилипает. Сейчас, подождите. А, сериал «Ведьмак», песня Лютика «Ведьмаку заплатите чеканной монетой». Тоже из современного, я даже не буду называть название, и надеюсь, что вы подпоете. Обычно такая реакция. Пожалуйста. Богдан, до тебя минусы дошли?
Этот инструмент когда-то видели? Китайский. Вон, смотрите, с шаловолкой, с балаболкой. Китайский. Называется хулуси. Или китайская волынка. Ну, запомните, не сложно же? Хулуси. Сейчас я сыграю трек из фильма «Миф». Я его, к сожалению, не смотрела. Надеюсь, когда-то найду время. В главной роли Джеки Чан. И он поет песню «Endless Love», «Бесконечная любовь». Вот сейчас я это произведение пел Джеки Чан, а я ее сыграю на хулуси. Thank you.
Наш концерт подходит к концу. Я сыграю последнее произведение «Диспозита». Тоже, если захотите, подпоете. Вот. Спасибо огромное за прием, Галина Николаевна. Спасибо огромное всем сотрудникам, еще раз, которым пришлось сегодня поработать целый день. Спасибо, что вы это организовали. Спасибо за то, что вы пришли. Спасибо за ваши улыбки, аплодисменты и мое последнее произведение для вас. Thank you.